мы все рождаемся на этот белый свет ни с чем, приобретая в этой жизни что-то, а уходя в тот мир иной, мы оставляем след, след нашей жизни, мало или много. Кто достигает всех больших высот при жизни, талант и дарование кому-то по плечу, любовь к народу и к своей родной отчизне. И об одном таком таланте и я пишу. Он не кичился тем, что стал он знаменит, быть может, среди многих отличался, интеллигентом был, а эрудит, или, может, кто-то в этом сомневался? Он театральный режиссер и сценарист, и педагог, мемуарист, телеведущий и писатель. Кинотеатра он актер, прекрасным был и видит Бог, своим талантом фильмы приукрасил. В весенний март по-тихому ушел от нас, оставив театральные подмостки. Актер советский Ширвинд Александр, он был любимым для детей, для взрослых. О нем некролог стихотворный и я пишу, а после в храм придя за упокой свечу поставлю, зажгу свечу, прощение попрошу, как подобает выражу свое признание. Спасибо за твой дар, талант, что был ты человеком, что оставляешь нам наследие свое. А память светлая и вечная останется при этом в наших сердцах, творение твое. Спасибо тебе, Александр, за твой талант, за все, что ты сделал для советского кинотеатра. Ты один из тех, кто был действительно ярким, светлым человеком. Спасибо тебе за все. Покойся с Богом.